Знакомьтесь, шагайка. Ее придумал ленинградский инженер Вилен Иванович Лобачев. Машина с ногами вместо колес. Пока модель. Нога выпадает из днища, и как только встретит сопротивление, прочно закрепляется специальным устройством. Заметьте важную особенность. По каким бы неровностям ни двигалась машина, ее платформа всегда горизонтальна. Для перевозок грузов и техники в условиях бездорожья, для работы в карьерах или на прокладке железнодорожного полотна это просто незаменимое транспортное средство. Возможно, в недалеком будущем шагайка примет участие в сооружении дамбы, защищающей Ленинград от наводнений. Там она сможет работать на мелководьях, куда не въедешь на автомобилях и не подойдешь на судах.